Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон, мы продолжаем играть в Майнкрафт в нашем 5-м сезоне с модом Пиксельмон и добро пожаловать в 9-ю по счету серию. И что? В этой серии я не буду еще выбирать еще одного человека, который займет место нашего Пикачу, то есть Пикачу будет носить его имя. А в этой серии мы постараемся уже себе нахреначить хотя бы чутак болов, потому что нам уже нужно ловить покемонов. И следующий у нас покемон, наверное, будет Гастли. Потом следующий, наверное, будет Синдаквилл, допустим. А потом, я не знаю. А потом посмотрим, кто у нас будет. Так, ну что, давайте куда-нибудь пойдем. А пойдем мы в... Нет. Точно, я чуть опять не забыл. Я обещал, что в этой серии мы сделаем себе железные крылья, и мы их действительно сделаем. Только дайте посмотреть, как они делаются, а то я не помню. Нет. Флай. Вот. Да твою ж... Нам нужно 4 кожи. Где... Я не слышал Милтанка. Вот ты где, зараза. Ты как раз нам и нужна. Да, а кожа не выпала. А сколько там... А, нет, выпала. А чё выкинуть? Чё бы выкинуть? Допустим. Одна кожа есть, у нас еще тут должна быть. Да, еще одна. И давайте быстренько поспим. И еще нам нужно 2 кожи. И в этой серии мы уже 100% сделаем себе крылья. Потому что я хотел сделать, но я опять забыл. Так. Так. Это сюда можно поставить. Домой. Что дома нам нужно сделать? Априконы растут потихонечку. Давайте я посчитаю, сколько тут. Ну, допустим, тут у нас 1, 2, 3, 3, 4. Это нормально. Так, сейчас отсюда. Нет. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Тут у нас 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И тут у нас 8. Я просто хочу сделать вот тут то ли фонтан, то ли еще что-то вот тут на середине. Я правильно вообще посчитал? То есть 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Да, вроде нормально. Так, тут у нас тогда будет середина, вот тут. Ага, если у нас тут будет середина, то путь продолжаться у нас будет вот тут, да? То есть я хочу просто определить, чтобы потом это все миллион раз не переделывать. Я думаю, вы понимаете, о чем я. То есть путь у нас будет вот тут продолжаться. У нас будет... Тут мы выходим с дома, тут у нас фонтанчик будет. Обходим фонтан, тут у нас плантация априконов. Потом обходим еще раз фонтан, идем вот сюда по этой тропинке. И тут, например, начиная... Ну, например, начиная отсюда, тут я зря вот это поставил, точнее сломал. Начиная отсюда, у нас тут будет плантация наших деревьев. То есть. Вот тут, ага, я уже понял. Это нужно все наперед придумывать, чтобы потом не было всяких засад, облажек, то есть, чтобы все было нормально, ничего потом не нужно было переделывать. С этой стороны у нас будет, ну, плантация, допустим, нет, не плантация, а сад яблок, да, допустим, где у нас есть, вот тут один, потом... Давайте ща мы все тут продумаем. Вот так, это соберем на всякий случай. Тут 1, 2, 3, допустим, 1, 2, 3, и еще одна. Замечательно. И давайте еще одно посадим, и все. И хватит. Извиняюсь, ребята. Тут 1 ставим, 1 ставим. Еще 1, 2, 3 и еще. И все, тут у нас уже будет расти деревья. Но это, мне кажется, лучше бы было убрать вот тут, по краям.
чтобы было место расти, хотя, мне кажется, и так будет, но давайте на всякий случай. А то он опять, не опять, а куда-то втык... Оу, твою мать, вот ты меня напугал. Ага, значит, фиговая затейка на 3, нужно на больше. Ну, ты напугала меня так, дерево прям перед глазами так. Точнее, тогда 1, 2, 3, 4, 5. И на 6. На 6. Нет, на 6. Ага, тут фигово, потому что тут 1, 2, 3, 4, 5. Ну тут в дом наш втыкаться будет. Это хреново, если честно. Ух, мелтанков твою ж столько. Я не знаю. Честное слово. Тогда нам нужно отступить на 1, на 2, то есть, дайте я сейчас подумаю. Не тут у нас будет. А где-то вот тут у нас будет. Вот. Это можно срубить. Ух. Вот, видите, еще не успел вот это все сделать, а уже первая облажка. То есть, 1, 2. Или даже не тут. А давайте на всякий случай мы уже вот тут. Ой, вот тут сделаем. Вот так. Замечательно. Сейчас отступаем 5 блоков. Я извиняюсь, ребята, если вам это не интересно, но все же это часть сезона. То есть часть, что нужно делать. Без этого будет и еще более не то, что... Менее разнообразно будет, если мы просто будем прокачивать покемонов, да и все. Но все же я постараюсь словить покемона не в этой серии, а в каких-то... Да ты что, издеваешься? А в каких-то следующих, потому что как-никак это нам нужно. Что-то у меня выкинуло, ребята, я не знаю почему, но ладно, пофиг. То есть я немного тут уже расчистил, и сейчас мы уже можем дальше продолжать что-то делать. Я еще добыл 2 кожи, как видите. Вот, я только что зашел, потому что выкинул, и сразу же убил мелтанка. Вы могли посмотреть там. Сейчас, как это делается? Вроде вот так, да? Да! Железные крылья, это офигенно. Но перед тем, как мы их оденем, давайте мы себе сделаем все-таки сундуки. Потому что я не хочу с засранным инвентарем ходить целой серии, и это действительно мешает. Я даже не знаю, где у нас сундуки будут на втором этаже, то есть на крыше. Это не второй этаж, а крыша будет. Поэтому сначала мы все это сюда подкладываем, потому что это действительно очень мешает. Например, вот это все. Это. Сложим сюда. Крылья. Давайте посмотрим. Эти забираем. А вот эти одеваем. Ух ты, какие крылья. Офигенно. Так. Это уже можно ставить сюда. И сейчас мы можем... Сколько раз? 24 раза. Офигеть, это много. Взлетать. Я же крылья выложил. Или нет? Ладно, пофиг. Так, давайте еще вот это выложим. И вот это выложим. И вот это выложим. А то реально много вот этого всего и засоряет инвентарь. Так. Что сейчас нам нужно делать? Тут у нас уже яблочки растут. А давайте, знаете, что еще сделаем? Так, сначала ТП 20-75. Сколько там? Я это всегда забываю. Вот, вроде вот так. Сначала давайте заберем это и понесем уже туда. Да, это можно сломать. ТП 260-75. То есть 200... Ну, в принципе, да, более-менее, не так далеко. Слушай, я не догоняю, ребят, это уже прям жопенция какая-то. Почему каждый раз вот ты так залагиваешь, майн? Дайте я призайду, потому что это офигеть уже просто. Это уже то выкидывает, то залагивает в игре, то еще что-то. Я не могу тупо ничего сделать. И нужно или перезаходить, или просто не сохраняется что-то, и... все, капут. Этому нужно перезаходить каждый раз. Или вообще, можно перезайти, а иногда нельзя.
Потому что вообще выкидывает. Так. Что я хотел? Сначала давайте вот это куда-то поставим. Ну, фиг его знает, если честно. Давайте куда-то сюда. Тут у нас может... Вот, я уже думаю, что это за фигня. Вот. А тут у нас в этой комнате, наверное, будет кухня. То есть верстаки, печки, вот это все. Тут у нас, наверное, подъем на второй этаж будет. Тут у нас подъем на второй этаж, но только в нашу комнату, то есть в спальню. Тут мы будем подниматься на склад, а тут мы будем подниматься в нашу комнату. А тут у нас будет кухня. Что-то в этом роде. Ладно. Первым делом. Это сюда. Вторым. Да ты опять, я не могу тпхаться. 20, 75, 340. Как меня это уже задолбало. Что я хотел? Вот что я хотел. Нет, вот. Кто там вздыхает-то столько? ТП 240, 75, 260. Только не говори, что ты сейчас. Паскуда же ты тупая. Именно на этом месте ты залагиваешь или что? То есть 240, 75, 260, именно вот тут ты залагиваешь, что ли? Твою ж мать, а! Это бесит уже, потому что капут каждый раз перезаходить, когда ты тпхаешься, с ума сойти. Так, ладно. Сейчас. Вот так. Что нам нужно? 4 штучки нам нужно. Да вот ты прям... Кто тебя вообще в дом пускал, Арбук? Иди ты в жопу, а? Кто тебя в дом? Приглашал кто-то. У меня же... А, ну да, двери, конечно же, открыты. Двери открыты, да, но зато тут стена проломлена сзади. Нормально, то есть... Главное, что двери нужно закрыть. А то, что сзади дырка в стене, это нормально. Чё нормально? Так. Давайте еще 2 штучки. Ну, в принципе, пока что нам хватает железа. Там 4 железа нужно, не так уж и много. Но все же. Это вроде вот так должно быть. Это вот так, а вот это вот так. Да, замечательно. Хилку нужно ставить сейчас в нормальное место. Потому что сейчас хилка уже должна стоять там, где мы ее поставим. И не будем больше делать никакие другие хилки. Например, тут у нас кухня. Тут у нас печка. Печка. Нет, тут у нас, давай, допустим, печка. Печка. Верстак. Верстак. Нет, вот тут печка, верстак, печка, верстак. Сейчас. Печка, верстак, печка, верстак. Допустим. Тут тогда. Ну, пускай будет тут, да и все. Поставили мы себе хилочку. Фу. Хотя бы хилку поставили. Опа, здрасте. Но ты нам сейчас не нужен. У нас есть какие-то приконы? Левелбольчик. Собрали. А давайте-ка мы сделаем левелбол, и может в этой серии мы еще кого-то словим, если нам повезет. Печки. Точно. Можно уже и тут их делать. 1, 2. Вот так. О, ух, сейчас, да, мы сделали печки. Тут одна и тут одна. Хреново я поставил, наверное. Тут тогда что будет? Ну ладно. Тут сюда давайте поставим. Вот так. Подождем. В первую очередь еще нужно вот это. 5 штучек сделаем. О, нифига себе. Хватит. Нормально. Это тогда берем. Ой, случайно. Офигеть! Тух-тух-тух! Ух, ребят, это вообще так быстро, что с ума сойти. Я думал, намного медленнее. Ну, хотя это же алмазный, вот эта хрень. Так, о, первый прикол. Нормально, то есть пожаренный. Так, что у нас делать вообще? Это можно выложить сюда. Что еще можно выложить? Да, в принципе, больше ничего. Так, это тоже забираем. Еще вот это, и можно сделать level ball. Давайте еще посмотрим. Вот так и знал, да, что ты неугомодный, милтанг. Что мы еще можем сделать? Мы уже сможем себе сделать Duskball. Давайте еще Duskball, на всякий случай ночью. Хотя нет, у нас же нету той фигни, что, чтобы вырастить вот это. Я хотел себе сделать еще один
Так, сейчас давайте я сначала вот это посажу. Хотел себе сделать еще один левел болл. Ну, ладно. Так, о, нифига себе, тут уже черных, конечно. Черные, мне кажется, или черные самые быстро вырастают, потому что их всегда куча. Вот. Все, черные у нас уже есть. Нормально, там босс, но ладно, пока что. Пока что не будем туда топать. Это тоже забираем. Ой, нет, не хочу туда выкладывать. Кнопочку. Давайте тогда еще вот так. Сюда тоже давайте еще. Первые покеболы. Так, это сюда. Две кнопочки нам нужны. Первая пошла. Потом это сюда. Два? А почему два? Это новые, это, если два, то это охрененно. Они в новом моде сделали, то есть в новой версии сделали два? Что сразу две вот эти делаются? В верхней части, потому что ты ставишь один априкон, потом другой, потом третий. И потом крафтится тебе часть, и ты забираешь, и у тебя одна часть. То есть крафтишь три априкона, априкон ставишь, и у тебя получается одна часть. А сейчас две части почему-то получились. Не представляю почему. Но, наверное, они все же сделали так, что сразу две делаются. Ну ладно, нам же лучше. Так, это сюда. И делаем. Это. Да, сделали. А самое главное забыл, да? Чукча. Ну, это быстро, что тут такое. Вот, все. Что-то какого-то долго, вещи какой-то долгий нету. Вот, первые покеболы, ребята. Поздравляю всех с первыми скрафтившимися покеболами в этом сезоне. Офигеть, слово что-то я сказал, сам не понял. Нам нужно еще один черный априкон. И сейчас мы посмотрим, делаются ли действительно сразу две части. Все, это можно сюда ставить. Допустим. А тут сразу три делаются! Охренеть, сейчас мы себе 1, 2, 3. Замечательно, как раз нам хватит на 5 покеболов. Так, сейчас. Это так, куда я ставлю? Так. И сейчас у нас будет, в этой серии мы себе сделаем себе 5 покеболов. И пойдем ловить новых покемонов, потому что эти двое уже заколебали. Так, ладно, сначала это сюда, и вот это вот сюда. 5 новых покеболов. Синдаквилл. Я хочу Синдаквилла. Синдаквилл. Нам нужно еще одного огненного. Допустим, Синдаквилл. Нам нужно еще одного травяного. Допустим, ну фиг его знает. Бульбасавр, Снайви, Чертвик. Кто там еще? Ну, фиг его знает. И водный. А, водный у нас уже есть. Чуть я затупил. Ну, не знаю, может еще потом кого-то словим. Это у нас кто? Это под землей? Шакл. Опа, вот это классно. Ты заспамился? Ну, походу, да, действительно под землей. Ладно. Пойдемте тогда вот сюда. В саванну. И посмотрим, вдруг тут кто-то да заспамится. А Торчик тут спамится. Торчик. Торчик, поке спаун, торчик, ага. Опа, это кто, Синдаквилл? Торчик! Я хочу Торчика. Еще больше, чем Синдаквилла я хочу. Но я не думал, что он сразу перед нами так заспавнится. Пожалуйста, я тебя прошу, ну словись. Ну, 51-й свампер против 12-го Торчика. Твою мать, Торчик, ну не будь ты такой паскудой. Ну, пожалуйста, ну словись. Последний левел болл, если нет... Я даже не знаю. Пожалуйста, Торчик.
Один даун, many to go. Ну да, одного словили, еще много осталось. И покедекс у нас заполнен на целый 1%, ребята. Поздравляю всех с новым покемоном в этом сезоне. И в первую очередь, что мы сделаем? В первую очередь, ТП 2075-340. О, сначала давайте Басяндру захреначим. Старли. Вот, я тебя вижу. И давайте же сразу торчика на нее кинем. Если, конечно. Замечательно. Давайте тоже Пикачу кинем. Лучше бы не кидали. Так. И торчик еще 2000 опыта достал. Ух, нифига себе, куча вещей еще выпало. Турчик уже 16-й. Так, вылечить нет, не вылечаем. Потому что у нас тут есть один покебол, один ультрабол, один левелбол. Так. Чизел. И, ребята, у нас есть еще одно место в нашем музее. Допустим, вот сюда. Торчик. Ну, потом я это изменю на другого, то есть... На последнюю его эволюцию, но все же. На Блазикена, но в данный момент у нас торчик. Давайте. Нет, не микроскоп. Ну, давайте вот такого. То есть у нас есть еще одно место для одного человека, который может поместить свое имя торчику. Так. Сюда. Ху. Сейчас. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Вот, еще я же не знаю, что взять. Это можно взять. И это можно взять. А как это? ТП 263. Вот. Не на ту точку ТП-хаться, а то она чуть лагучая каждый раз. Ну вот, смотрите, ребят, за одну серию мы посадили априконы. Ну как за одну, не за одну, но все же. И смотрите, сколько у нас уже их есть. То есть мы уже можем выращивать нормальное количество. Вот так. А черных у нас вообще куча. Ну, в принципе, это же черные. Это потому что он черный, да? Нет, это не потому что. Так, ладно. 1, 2, 3, 4. Сколько нам нужно? 1, 2, 3, 4. Допустим. 5, 6. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12. Нет, не нужно нам столько. А если вот тут 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Еще 2 нужно. Куда эти 2 запихнуть? Офиг его знает. Оу, вовремя. Охренеть, вот ночь. А когда дождь падает, вообще ни хрена не видно. Только вот тут. Фу, давайте поспим. Да чё ты... Давайте мы поспим, дорогие друзья. Так, всё? Да, всё, пропал дождь. Что я хотел? Давайте... Так, это сюда. 1, 2. 1, 2, 1, 2. Вот так. И давайте-ка мы... Так, я хотел просто вот сюда поставить. Допустим. Тут 1, 2, 3 еще, допустим. Сейчас. Вот так. Вот так. Замечательно. И вот тут 1, 2, 3. И вот тут мы еще что мы можем сюда поставить? Так. Ну, вот такая у нас, я не знаю, что это будет. Кухня, наверное. Так, ладно. А, точно. Тут у нас компьютер будет. Нет, давайте не тут, может, а вот тут. Потому что, чтобы окно не закрывало. Это когда заберем. Это тоже поставим вот сюда. И...
И вот тут тоже вот сюда. Вот так. А тут сверху, я не знаю, может цветочек какой-то поставить или еще. Ну вот так у нас получается. То есть потом я это все еще, конечно, заделаю. Словили мы нового покемона. Класс. Еще можно бы Иви, например, но... Да, еще. Иви. Ну понятно, что ее тут не будет, то есть... Потом мы как-то это все словим. Но зато у нас есть новый покемон. Мы сделали себе априконы. А знаете, ешо-шо. Нет, не ешо-шо. 1-2. Ага, хрен. Тогда... Тогда... 1-2-3-4. 1-2... Ой. Так, что-то я не то. Вот. 1-2-3-4. Нет, нет. Хотя... 1-2-3-4. Тогда еще 1-2. Лопату. Вот что я давным-давно хотел сделать. Лопату, но никак. Вот. Замечательно. Это тогда сюда, это сюда. И давайте уже заодно и сделаем и топорик. И все, у нас уже кончилось железо. То есть, если мы надумаем делать себе еще еще покеболы, нам нужно идти за железом. Так. Давайте еще, я не знаю, ну, в принципе, уже можно заканчивать серию, но давайте еще вот тут расчистим. То есть, смотрите, 1, 2, 3, 4, 5, вот. Давайте еще вот это быстренько расчистим, посадим еще 2 дерева, то есть 2 яблока, хоть, ух, ты. Конечно, Magikarp нам нахрен не нужен, потому что у нас есть... Свампер, но он же вроде и дракон. Ну хрен его знает. Он же вроде и дракон, да? Dragon Rage у Гюардоса будет. Ну попытаемся. Хотя как мы его словим? Пожалуйста, убеги. Поздравляю вас, ребята, Майн заглючил, и мы можем выходить, и мы можем профукать. Не можем мы профукать, все, мы уже профукали Magikarp'а. Я уже ничего не могу сделать, и я не знаю, может это походу версия такая баганая. Вот почему бадмины и вот это все, я там вижу покебол спрятанный, и вижу там искры. Ну потом мы туда пойдем, нужно запомнить это место. Вот почему многие админы серверов тупо не хотят устанавливать вот эти новые версии. Потому что они такие баганые, как фиг его знает. Я хотел убежать с боя, у меня залагало. Я тпхнулся, у меня залагало. Я что-то сделал, у меня залагало. Я еще куда-то пошел, у меня залагало. И мы профукали нашего первого шайни покемона. Хоть это и Magikarp, но все равно было бы приятно, если бы мы его словили. Вряд ли бы мы его словили, потому что у нас нет покеболов, у нас есть только Duskball. Но я хотел убежать, зайти в рюкзак, взять оттуда обычный покебол и попробовать словить его обычным покеболом. Но, как видите, ничего не получилось, потому что заглючил Майн. Сейчас я вообще ничего не могу сделать, хоть я буду какие кнопки нажимать, он не выйдет с боя, и тупо нужно закрывать Майн полностью. Поэтому, ребятушки, давайте на этом и закончим. Ладно, словили мы торчика, построили мы ферму априконов, сделали мы небольшой уже сад яблони, потом мы еще будем сливы там делать и все другое. Может даже не слива, может что-то другое, потому что в той же саванне растет другие, растут какие-то другие деревья, которые мы потом можем посмотреть. И точно, нам еще джунгли нужно найти. В джунглях тоже там, наверное, куча всяких деревьев растет. Ну ладно, давайте на этом заканчивать. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, всем за просмотр. Не забываем активно комментировать видео. В следующей серии будет еще один человек, который займет свое место на статуе Пикачу. И Пикачу будет носить его имя. Также предупреждаю того, кто занял первое место, там Данил Хижняк, если я помню еще его имя, и тот, кто будет занимать другие места покемонов, то есть покемоны будут носить его имя, то, что если вы попали в музей, то не забываем дальше комментировать, а то могут быть такие люди, которые будут писать под каждым видео, ставить лайк под каждое видео, а когда попадут в музей, то, ну все, я уже попал в музей, что мне тут нахрен делать, все, всем покедово, я уже в музее, класс, что мне тут делать, зачем мне дальше комментировать, если я уже в музее. Нет, ребята, если я заметю, что
Вы попали в музей, и вы уже находитесь в музее, но после этого, как вы туда уже добрались, можете сказать, можно сказать, писали комментарии и попали туда, и после этого вы уже перестали писать сообщения, потому что вы уже в музее, нет, я тогда, можно сказать, выгоняю обратно того человека, который перестает писать комментарии. То есть, если вы попали в музей, вы заслужили это тем, что вы комментировали каждый, ну, вы много комментировали, и тем самым вы попали в музей. А если вы перестанете комментировать, то вас выгонят с музея, можно и так сказать. Поэтому дальше продолжайте комментировать, но вы уже будете знать, что вы находитесь в музее. А для тех, кто находится в музее, в дальнейшем, кто дальше будет продолжать комментировать, я буду переносить их имена, например, со Свампета, с Пикачу и с других покемонов, буду переносить на легендарных. То есть, когда легендарные у нас будут, я тоже буду добавлять их в музей. И когда легендарные будут в музее, то у легендарных будут только только имена тех, которые уже попали в музей на обычных покемонов, и которые дальше продолжили комментировать, и которые уже заслужили еще больше, и уже тогда попадают на легендарных покемонов. Ну, давайте, ребята, уже на этом заканчивать. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Ну, профукали мы Шайни, ну, так уж и быть. Подписывайтесь на мой канал, всем за просмотр. Всем удачи и всем пока.